Не в том смысле, способность творить добро. Итак, до первой категории добродетельных людей, они испытывают, они склонны заниматься самосознанием, когда испытывают сильные трудности. Это значит, что у них добродетель превышает всего остальное. Эти люди склонны заниматься, прогрессировать, если они испытывают трудности. Они добродетельные люди, когда испытывают трудности, что с ними происходит? Они паникают. У них не хватает силы. Трудности добродетельных людей вдохновляют жить, изменять свою жизнь к лучшему. Они добродетельные люди, потому что грехи на них давят, они не могут справиться с собой. Дальше. Второй признак добродетельных людей. Добродетельные люди, когда становятся нищими, они могут быть, может быть, и не испытывают трудности больших. Они могут жить в нищете, там, у них нет проблем, допустим, но при присутствии нищеты у них появляется ощущение, что на самом деле они недостаточно хорошие люди. То есть надо больше добрых дел делать. Когда человек нищий, он думает, ну я вот, почему я нищий? Потому что на самом деле я не такой хороший человек, поэтому я нищий. Если бы я был лучше, люди бы меня и на работу бы взяли, то и все, а вот мне не хватает. И человек от нищеты начинает заниматься самосовершенствованием, он понимает, что он неспроста нищий. Вторая категория нищих людей, которые приходят к нищете из жадности. Для первых нищета это благословение, для вторых нищета это проклятие. Так как они очень много жадничают, люди отнимают, жизнь отнимает у них все. Потому что жадность означает тянуть изо всех сил на себя. Естественно, возникнет сопротивление окружающей среды. И такой человек остается без штанов в какой-то момент. И поэтому есть две категории нищих. Одни из них святые, а священники, а другие, они подходят, типа, говорят, дай деньги. То есть жадность заставляет их становиться нищими. Они очень жадные, они хотят много денег, но им вообще никто природа не дает. Поэтому добродетельные люди бывают от нищеты. Третья категория. Добродетельными люди становятся, то есть как бы прогрессируют, то есть имея позитивное любопытство. То есть есть негативное любопытство, есть позитивное. Позитивное любопытство – это сила, которая ведет человека к прогрессу. И есть категория людей, которые много хорошего делают для окружающих людей, и у них появляется позитивное любопытство. То есть они как бы им хочется все узнать, но они не идут узнавать там порнографический фильм, смотри, как по-разному бывает. Вот. Они идут узнавать то, что действительно даст самосознание, смысл какой-то жизни. Понимаете? Они хотят этого узнать. Это называется следующая категория добродетельных. Любознательные люди в положительном смысле слова. И дальше четвертая категория добродетельных людей – это те люди, которые полностью очистили, а как бы у которых настолько сильно перевесила добродетельность по отношению к грехам, что они поняли, что в разум сила пришла, что надо заниматься самосознанием, несмотря ни на что. И такие люди, им все равно, богатые, бедные, они любопытные им или нет, они идут и занимаются самосознанием в любых ситуациях жизни. Это четвертая категория добродетельных людей – считается непобедимой. То есть все до этого три категории могут сойти с пути праведности. Но четвертая категория людей, которые праведный путь избирают из-за того, что у них добродетельность превышает все остальное, по их природе они больше не видят другого смысла в жизни. Эти люди, они уже, что бы с ними ни происходило, они с этого пути не свернут. Дальше есть четыре категории недобродетельных людей, которые добрыми по своей природе быть не могут, пока они не изменят то, что вот эти четыре категории вещей они в себе не уберут. Если человек испытывает сильные страдания и в результате этого устремляется изо всей силы к зарабатыванию денег и обо всем остальном при этом забывает, у такого человека нет никакой возможности быть праведным. Почему? Потому что им жизнь движет в его жизни только жадность. То есть у него нет времени заниматься самосознанием. Он думает, я на самом деле, у меня денег не хватает, какое самосознание? Надо быстрее работать идти. И он больше про все остальное забывает. Это означает, жадность является причиной его существования. Его понимание счастья означает, что надо удовлетворить свою жадность, стремление к деньгам.
Вы можете возразить и сказать, ну если кушать нечего, извините, что делать? Да, правильно, я согласен с этим. Но мы до этого другую категорию привели, что человек бедный, ему тоже кушать нечего. Но он при этом, помимо того, что он хочет зарабатывать деньги, у него появляется сильное стремление к самосознанию, он понимает, что он не зря бедный, что у него много грехов. Понимаете идею или нет? А тот человек второй, у него этого понимания нет. Ему хочется больше работать и больше ничего не делать, потому что у него идеи нет внутри, что что-то другое на самом деле принесет больше счастья. Добродетели не хватает понять, что надо заниматься самосознанием. Не хватает добродетелей, а нищета есть. Дальше, вторая категория людей, которые не способны стать добродетельными, им нужно еще перестрадать. То есть эти все четыре категории людей только через страдания или через милость святых людей могут прийти к праведности. Вторая категория недобродетельных людей, они не могут устоять перед порочной деятельностью, чувствуя ее сладость. То есть никогда не могут устоять перед порочной деятельностью, чувствуя ее сладость. То есть добродетельный человек, он почувствует рано или поздно, что это плохо. А недобродетельный человек, он чувствует, что это хорошо, как бы плохо, может где-то в глубине души, ну гасит себе это чувство, он говорит, я как хочу, так и живу, такие люди говорят, ну какие проблемы, как хочу, так и живу. При этом он может извинять своим родственникам, там, и заниматься этими глупостями. Такие люди не могут иметь доброты в своем сердце, потому что доброта означает чуткость, непритязательность, мягкость характера, это все идет от безгрешия. Они не могут быть, они черствы по своей природе, потому что их идея не удовлетворяет чуткость. Чуткость означает желание видеть хорошее в других людях. Такие люди хотят видеть хорошее только в себе. Понимаете? И у них нет идеи в других хорошее видеть, потому что они живут только для себя. Говорят, я хочу, мне так нравится, какие проблемы? Дальше. Да? Если никому вреда, а вот хороший вопрос, если никому вреда. Оказывается, что такого не бывает. Или ты приносишь пользу, или ты приносишь вред. Потому что тонкое тело всегда общается. Ну, допустим, я решил наслаждать свои чувства, а естественно, что если я хочу наслаждать свои чувства, то жена рано или поздно станет помехой, потому что с женой это счастье не будет постоянно. Оно как рано или поздно погаснет, там ведь есть моложе и красивее. Я что-нибудь плохого жене делаю, когда гуляю тут? Я что, ее бью, что ли, кулаками? Или что это? Она не знает. Так? И идут, гуляют, что-то спокойно. Она не знает. Никто не узнает, все нормально. Какие проблемы? Оказывается, что контакт-то через тонкое тело идет, и жена будет испытывать страдания, даже несмотря на то, что она не знает. Потому что у нее рушится связь с близким человеком, глубокая внутренняя связь мужа с женой. Все. Это называется насилие. Поэтому невозможно быть хорошеньким и относиться к этой категории. Я хочу жить только для себя, значит я буду плохим. Я не могу быть добрым по отношению к другим, потому что доброта означает жить не для себя, а для других. Понимаете идею? Как бы хочется быть хорошим, одновременно хочется жить для себя, но придется выбрать одно из двух, потому что и то, и другое вместе не стоят. Вот так это описано. Дальше. Третья категория людей, которые не могут быть добрыми по своей природе. Они обладают обширными познаниями. Очень большими познаниями. Они все знают, как надо вести себя там. Все они знают разные науки. Но при этом гордятся своими познаниями. Они очень горды. Я? Зачем? Мне это все нужно. Я доктор наук. Я это все знаю уже. Я все это слышал. Я все это знаю. Зачем мне все это нужно? Понимаете, идея в чем заключается? Гордость означает признак глупости, верно говорят. Самое первое проявление глупости – это гордость. Почему? Потому что глупость – что такое? Разум, закрытым эгоизмом, признак глупости. Это же так же у животных. Животное, петух, он же тоже гордый. Он стоит на заборе. Попробуй ему докажи, что он не прав.
У него обширные познания в своей области, он знает все. Кого клюнет, кого нет. Поэтому в нужный момент он отлетит, но при этом гордость не останется, он знает. Вот. А глупость, веды говорят, глупость — это когда разум покрыт эгоизмом, а покрытие эгоизмом разума и гордость — это одно и то же. Поэтому если обширные познания человека не делают смиренным, это значит, что эти познания не приносят ему пользы. Он от них становится все более деградированным. И таким образом такой человек, который с целью возвысить себя, познает окружающий мир, в этом случае, несомненно, он пострадает от этого. Тем, что у него возможность быть добрым полностью отсутствует. И он находится в постоянной иллюзии, потому что правдивости тоже у него уже нет. Оказывается, что многие ученые, великие мудрецы нашего времени, они, заканчивая жизнь, говорили, вот я смотрю, вот изучаю почти одни и те же слова. Говорит, я понял то, я знаю то, что я ничего не знаю. То есть это означает смирение. То есть они поняли, что на самом деле, несмотря на свои обширные познания, вот это признак правильного подхода к изучению истины. Следующий момент. Те люди, которые не признают гармонии этого мира, то есть они считают, что этот мир возник из хаоса, все законы этого мира тоже возникли из хаоса, здесь нет гармонии, поэтому законов, на самом деле законы эти все тоже из хаоса возникли, хотя они есть, закон физики из хаоса возник, из этого взрыва, там, закон там, того и сего, все это из хаоса возник, но не признают единство этого мира, не признают, что этот мир создан разумом, что этот мир создан Богом, они не признают этого единства. Они считают, что это все возникло само по себе. Такие люди тоже не могут быть добрыми. Почему? Потому что они не верят в законы. Доброта без веры в справедливость не существует. Человек, который не верит в законы, он не верит в справедливость. Он считает, что раз мир создан из хаоса, значит, на самом деле не существует торжества праведности, торжества справедливости. Поэтому, ну, я всем говорю, будьте хорошие, будьте добрые, будьте то, будьте все, но при этом веду сам себя как-то по-другому. А почему? Потому что совести-то нет. Совесть означает гармония с верховной личностью Бога, с Богом, который находится внутри. У нас здесь есть сверхдуша. Именно она дает ощущение совести. Мы когда общаемся со своей совестью, мы общаемся с сверхдушой. Человек, который не верит в гармонию, в то, что у него даже не в нем Бог находится, как бы не он Бог, а в нем присутствует верховная личность, такой человек не может быть добрым, потому что у него нет совести. Он сломается в трудный момент, правда, уколет ему глаза, но не в ту сторону. У него будут проблемы. Итак, три типа общения, которые добрый, добросердечный человек совершает по отношению к разным категориям людей. Если человек находится в благости, то добросердечный человек изо всех сил старается сблизиться с ним, подружиться и помогать ему во всем, во чем только можно. Благость означает, что тот человек сам точно такую же природу имеет. Если человек находится в страсти, то есть он хочет использовать всех тех, кто рядом с ним находится, в целях для себя. Иметь, что-то иметь. Человек страсти, то есть он устроит хорошие отношения, он может сделать много для других людей, человек страсти. Но цель у него себе, конечная цель это. Понятно? Это называется как бы влияние страсти на него сильно, на такого человека. В результате этого влияния этот человек на самом деле, как уже было сказано, он будет использовать эту доброту в целях своих и как бы начнет за нее тянуть. Поэтому по-настоящему добрый человек, он поймет, что на самом деле близкие отношения с этим человеком, они не дадут счастья ни ему, ни мне. То есть прежде всего я не помогу этому человеку. Я не сделаю его лучше этим. Поэтому по-настоящему добросердечный человек, человеку страсти, относится по-доброму, по-доброму. Но на расстоянии. Он не открывается перед ним слишком сильно свое сердце. Понимая, что это открытие сердца, у него вызовет просто корыстные чувства. У него не возникнет идея гармонии, дружбы, а возникнет идея, как ты используешь тебя в своих целях.
Поэтому добросердечный человек, он будет дружить с этим человеком, но он не будет при этом подпускать его близко к себе. Понимаете? Это люди с праздностью означают те, кто использует все в своих целях всегда. Вот. И есть еще люди в невежестве, идея существования которых заключается в насилии. Если мы, допустим, по-доброму подойдем к такому человеку, вот человек, допустим, там, ну, матом всех кроет, ты к нему по-доброму подойдешь и скажешь, ну ладно, ну что ты так ругаешься? Ну, по-доброму просто. Он скажет, ты че? Я тебя сейчас устрою, ты че тут? Ты кто такой? Понимаете идея? Если ты по-доброму к ним подходишь, значит он как бы считает себя правым уже автоматически. Ко мне по-доброму разговаривает, значит я прав. Ну а если я прав, а так как и насилие движет, он говорит, если я прав, я тебе сейчас устрою. Поэтому добросердечный человек, он тоже по-доброму относится к человеку, который находится в невежестве, но старается не иметь с ним никаких дел. А если есть необходимость делать общие дела, то он это делает так, чтобы не сильно как бы, ну, вот эту вот гармонию, так сказать, проявлять. Он ее держит внутри себя, эту гармонию. Ему нравится этот человек в чем-то, он сострадает ему. Добродетельный человек сострадает невежественному человеку, пытается помочь человеку, находящемуся в страсти, и сильно дружит с человеком, который находится в благости. Как он помогает человеку, который находится в страсти? Человек в страсти, он это не означает, что он всегда как бы плохой. Человек в страсти, у него все-таки есть хорошее качество характера, но он ломается иногда. И поэтому человек в страсти, видя добропорядочного человека, он чувствует, что это хороший человек тоже. Но при этом, и поэтому он готов его слушать. Поэтому добросердечный человек, он дает советы человеку в страсти, как правильно жить. Понимаете? А невежественному человеку уже совет не дашь, но можно ему тоже помочь. Невежественному человеку можно помочь тем, что ему можно дать освященную пищу, допустим, или оградить его просто от каких-то больших неприятностей, какими-то своими действиями. Олег Иванович, а вообще на что обреченный человек невежество? На что он обречен? Только на деградацию все. А когда с ним происходит, хотя бы чтобы он страсть перешел? Хороший вопрос. А существует определенное количество страданий, которые достаточно для человека, или вообще просто для живого существа, чтобы ощущение, это ощущение страдания пересилило его желание деградировать. Точно так, то есть страдание догоняет желание деградировать. То есть человек, который находится в невежестве, он совершает насилие, он деградирует. Это желание совершать насилие или ощущение счастья, такой вид счастья. Я счастлив, только совершая насилие, он думает. На самом деле меня в тюрьму посадили, но ничего, я выйду, я все равно свое возьму. То есть его идея счастья — это насилие. И оказывается, что в определенный момент, когда страдание становится слишком много, он захлебывается ими, ему приходится менять свою концепцию счастья. Он думает, нет, в насилии счастья уже нет, я уже это понял. И оказывается, это ощущение может догнать его даже в животном теле. То есть человек может деградировать настолько, что он уже животным стал, потому что у него человеческое тело предназначено только для самосознания, ему уже оно не нужно. Насилие можно совершать в теле тигра там и так далее. Сексом заниматься лучше всего в теле обезьяны, да. Спать лучше всего в теле медведя, что ему хочется в жизни больше всего. Он туда попадает, в это тело. Вот. И догоняет его вот это ощущение страдания там, и потом он опять прогрессирует, начинает, рождается в человеческом теле. Желание изменить к лучшему, оно дает человеческое тело любому живому существу. Поэтому есть, существуют вот такие вот нисходящие ветви развития животных, а существуют прогрессирующие. Не так, как у Дарвина, что все животные только прогрессируют. Нет, некоторые есть нисходящие ветви. Например, змея и скорпион – это тупиковая ветвь вообще. То есть, если она не настолько ненавидит всех окружающих, что веды говорят, пока змею не прибьешь, она не сможет родиться в другом теле. Все время в земельном теле будет рожать. Поэтому веды говорят, очень благоприятно убивать ядовитых змей. И, конечно, не в основном не для того, кто убивает, а для самой змеи. Понимаете, конечно, убивать, для, допустим, я убиваю, мне это не очень благоприятно, потому что от этого у меня появляется жестокость внутри. Но есть люди, которые понимают необходимость убивать змеи. Они выполняют это как долг
с целью помочь этим живым существам. Нам это очень трудно понять. Для этого надо иметь много самосознания. Поэтому веды говорят, в основном людям желательно змей не убивать, если есть такая возможность. Но, оказывается, если змея живет в доме, то ее надо обязательно убить. Почему? Потому что змея не может жить в доме и не убить кого-то ядовитого. То есть, если ты убиваешь эту змею, или она убивает твоих кого-то людей. Понятно? Если она живет в аквариуме. Нет, ну в аквариуме пусть живет. Ну, я не знаю, как, насколько ей там нравится жить. Это же другой вопрос. А вот так мелкие существа, которые нам приносят какие-то неудобства. Хороший вопрос очень. Таракан, допустим, да? Как можно быть добрым по отношению к людям? Оказывается, что можно. Знание дает возможность быть добрым по отношению к тараканам. Оказывается, тараканы привлекают столько силы невежества. И человек, который живет праведной и чистоплотной жизнью, тараканы не чувствуют вкуса внутреннего жить в такой квартире. Им не хочется там уже, у них нет интереса, понимаете? Они ведь лезут туда, где пахнет невежеством. Понимаете? Но в любом случае, если у вас нет вот способности быть сейчас праведным, нет такой способности. А тараканы, тем не менее, они оскверняют квартиру своих присутствий, потому что это низшие живые существа, которые, как бы, в отличие от, допустим, от других, более благочестивых насекомых, допустим, пчел, они в основном оскверняют ситуацию. Поэтому веда считается, если у тебя нет никаких возможностей, ты отпугнуть их не можешь, и там благочестия не хватает, чтобы чисто у тебя в квартире было, в этом случае приходится совершать насилие. С целью сохранить чистоту. Ничего не сделаешь. Точно так же, как человек, допустим, к нему на него нападает враг. Он хочет хорошего этому человеку. Но так как этот человек хочет убить его близких, там, и все, веды говорят, он должен, добропорядочный человек, должен, видя такой настрой, должен немедленно уничтожить этого человека. Несмотря на то, что ему жалко его уничтожать. Это не означает, что он злой. Понимаете? Это означает, что он хочет защитить силу добра, чтобы, потому что если он это не сделал, все думали про него добрый человек, а он разрешил совершать над ними насилие. В чем же здесь доброта заключается? Понимаете? Поэтому доброму человеку приходится выбирать часто, как действовать. И без знания здесь ничего не сделать. Поэтому мы говорим, доброты без знания не бывает. Но это при этом не значит, что я буду этих тараканов давить сейчас. Понимаете? Это не признак доброты. Да? А как насчет того, что храмы живет какие-то тараканы? Отсутствие благости в храме, значит, люди. Это не значит, что храм сам не благостный. Люди ведь могут быть неблагостными. Только потому что. Если. Это не значит, что все, кто живут в храме, они ангелочки портают. Нет, они могут быть неблагостными. По своей природе недостаточно чистыми, поэтому тараканы там заводятся. Это не значит, что Бог неблагостный, нет? Здесь люди как бы, да? А если комары кусать, то убивать или? Веда говорится, что вот сел кусать, уже настроился, надо убивать. А пока летать, надо выгонять. Не кусай, иди отсюда. Но, как вы понимаете, опять же ситуация, то есть если там комаров туча, и там сейчас кусают до смерти, или там, ну, как бы, ситуация такая, что бывают случаи, когда надо их уничтожать. Это все от ситуации, понимаете, зависит. Когда действие уже совершается, тогда надо... Еще раз повторяю. Я не хочу вам зла. Хочу, чтобы вас закусали комары. Поэтому я вам говорю, что вы имеете право выгонять там, уничтожать этих насекомых, которые приносят насилие в своем присутствии. Они агрессоры, прилетают с целью. У них их идея жизни — это насилие. Да? Как действует человек? Действует человек, который очень сильно страдает, да, и стремится к духовному совершенствованию, но ему очень трудно это делать, совершенствовать. Как ему действовать? Ну, как? На самом деле оказывается, что человек, который стремится к совершенству, несмотря на его плохую карму, ему очень трудно, но при этом он имеет одно качество характера, которое называется правдивость. Самое первое качество характера, тому, кто должен стремиться к совершенству. Он, имея правдивость, понимает, что
По-другому-то у него быть и не может. Ему не трудно так быть не может, потому что он настолько греховный, что легко ему не будет. Поэтому он, его признак такого человека, он топает в своем совершенстве, если ему трудно, потихоньку, но верно. Он когти тельняшки не пьет. Он спокойно топает в своем совершенстве, зная, что сил быстрее у него нет. Потому что он очень грешный. Это значит, что он не напрягается. Он напрягается. Но у него идеи там, прорвался он звездой горящей, да? У него нет этой идеи, понимаете? Ему спокойно прогрессирует. Как о нем говорят другие, это ему не волнует. Он знает, но правду говорит. Правдивость дает возможность двигаться вверх. Надо каждый человек, который хочет двигаться, хочет в чем вверх, не имеет значения. Первое качество, которое он должен себя развивать, это правдивость. Все. Да, Маша? Олег Георгиевич, а вот есть сотрудник, например, руководитель налога, если человек не платит налоги, получается, что он правдив по этому. Правильно. Я, например, не плачу налоги, значит, я не правдив. Да, совершенно верно. Да, правда. Просто идея, здесь проблема заключается в том, что как бы здесь только по-настоящему правдивый человек способен как бы понять эту ситуацию, что когда надо платить налоги, когда не надо. Ведь государство бывает просто хищным. Допустим, в России одно время была такая ситуация, что налогов было 60% от прибыли. 60% от прибыли. Но как тут можно платить все налоги, подобные? У меня как раз то время у меня был медицинский центр в России. Я как бы столкнулся с этим, я начал чесать голову, сейчас что-то сделать. И мне пришлось обмануть, потому что иначе не выживешь. Понимаете, ситуация какая? Как бы приходится обманывать. Но опять же, карма. Жить в такой стране означает, что ты уже заранее потрудился для этого, чтобы попасть туда. Что-то такое сделал уже. Важно. Может ли у одного человека проявляться правдивость и доброта тоже? Да, очень хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может. Оказывается, что мы же пытаемся, мы же не уже там на высоте. Поэтому одному же человеку может проявляться и правдивость в благости, и правдивость в страсти, и правдивость в невежестве, и та доброта то же самое. Это не значит, что мы сейчас пошли, все нормально, ребята. Нет, у нас все может проявляться, но это не значит, что мы должны себя в этом оправдывает. У нас все проявляться будет, несомненно. Вот в этом заключается иллюзия, если человек думает, или я добродетельный, или я пошел отсюда. Ведь такие идеи тоже в голове же возникают. Это означает, что человек просто не имеет как бы желания на самом деле честно признаться в своих недостатках. Ну, есть у меня недостатки, но буду бороться со всей силой. Ну, что делаешь теперь с тем, что они есть? Правильно? Их сразу не исправишь. Так? Поэтому человек понимает, что у него есть недостатки, но это не значит, что он поощряет себя в этом. Правдивый человек не будет поощрять. Это и есть правдивость. Правдивость означает, что человек признается своим местом. Ну, последний, наверное, вопрос. Если добрый человек обижается, это означает, что он совсем добрый человек. О, какой хороший вопрос. Если добрый человек обижается, это значит ли это, что он не совсем добрый человек? Вот сами отвечайте. Лекцию послушайте. Кто считает, что при этом остается добрым, если он обижается? Значит, лекция была удавшейся. Ну как он может быть добрым, если он обижается? Обида означает, что я лучше тебя, но ты позволяешь себе наказывать меня и унижать. Я-то лучше же. Это как называется высокомерием, то есть отсутствие чего? Мягкости сердца. Где доброта? Нет. Мягкости сердца не присутствует. Если мягкость сердца присутствует, и также покладистость, если присутствует, тебя наказывают, как ты будешь обижаться? Ты признаешь правдивость, да? Доброта дает правдивость. Ты признаешь, что я не прав, зачем обижаться?
Обиды ведь тоже разные бывают. Бывает, человек обижается, но в себе эту обиду не оправдывает. Он думает, он обижается, его спрашивают, ну что тебе плохо, он говорит, я сам виноват. То есть бывает такое, он обиделся, плачет, допустим. Особенно у женщин это бывает. Она, женщина по своей природе, она как у мужчины гнев возникает, его же не остановишь, гнев. Человек гневается тоже, будет он добрым или нет. Момент гнева нет, но когда он гневается, у него уже идея внутри сидит, что он не прав. Это значит, что он добрый. Потому что доброта все равно сильнее. И в этом случае он раскаивается, потом разгневан, думает, какой я дурак там, зачем я это сделал? Он раскаивается, просит прощения, все. Присутствие доброты на лицо. Точно так же женщина плачет. Это женский гнев, это слезы. Это обида, по-женски гнев выражается. Женщина плачет. Вот. И к ней муж подходит, говорит, ну не плачь, ну да ладно, ты все правильно сделал. Она говорит, да нет, я неправильно сделал, точно я знаю. И все равно плачет от обиды. Одновременно и то, и другое проявляется. Означает присутствие доброты. Все, давайте всем будем желать счастья. Давайте будем учиться всем желать счастья. Кстати, вот я желаю всем счастья, избавляюсь сразу от всех плохих качеств характера. Потому что, да, в зависимости от того, как настроен человек, у него идет движение. То есть не сразу, а как бы я имел в виду, что оно может избавить от всех плохих качеств характера. Может избавить от всех. В зависимости от того, наклонность, в какую сторону человека есть. Поэтому, когда человек повторяет, я желаю всем счастья, бескорыстно. Не с целью там измениться к лучшему. А, кстати, можно повторять, я желаю всем счастья с целью измениться к лучшему. Это не является корыстным побуждением. С целью выздороветь является корыстным побуждением. С целью построиться на работу является корыстным побуждением. С целью там улучшить свое положение, свое отношение с людьми является корыстным побуждением. И такое пожелание счастья принесет успеха. И так, но так как человек не может жить без желаний, поэтому он должен ставить все правильные желания в голове. Он должен говорить, я желаю всем счастья с целью прогресса, улучшить свои качества характера хорошего. Понятная идея? Все, давайте будем желать всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Я желаю.
семь, шесть. Я желаю 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 семь счастья. 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 Я желаю всем 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 счастья. Достаточно.